Ай, обвалился. Ай-я, нет, 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 живи, живи! Живи! Всем привет, с вами Денис, на канале DevGame, и мы продолжаем играть в метро Исход. Так, в общем, детские лагеря мы прошли, нам сейчас надо каким-то разбойником. Не зря зашел в церковь. Теперь я точно знаю, что Алёша жив. Связаться с Авророй по-прежнему не удается, но теперь я точно знаю, что они надеются встретить нас на плотине. Вот только состояние Ани, похоже, ухудшилось. Надо спешить. Почему ухудшилось? Ему ухудшилось, кто сказал, что как, откуда он узнал, что-то я не помню. И, видимо, я что-то прослушал. Ладно, смотрим. Вниз. Пошли вниз, 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 вниз. Спускаемся, спускаемся, я так понимаю, к болоту нам надо. Вниз, к болоту. Но там нас ждут еще друзья. Сколько у меня патронов, не знаю. Ворона, отстань. Так, бегу я. Вижу флаг справа. Значит, мы в правильном направлении идем. Я тут прям спокойно все обхожу. Или мне надо прям вот так вот зайти? Мне хочется прям вот так зайти, погоди. Прикольно. Так, стой, предъяви пропуск. Я не вижу вас, ребят, я вас даже вообще не вижу. Ах ты, блин. Ах, зачем же это делать? Ты чего? Договорились же до пяти. Ну, вот и нет. Ух ты, блин, автомат у него. Да, в сторону, в сторону. Уходи, 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 уходи. Вот чужак. Снизу вы видите. Хорошо, сейчас заберем. Ой, как хорошо. Сейчас мы заберем калаш. Блин, как убрать вот этот прицел? Так, 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 так. Все, спокойно. Где они? Теперь тут вот у нас вражда. От одного только избавились. Вообще по-хорошему вы не хотите, да? Блин, как убрать его? Можно его снять? Тихо, 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 тихо. Есть еще жизнь. Замечательно. Так, а могу переключиться я на... Только я тут хочу прицел. Так, у меня тут везде, короче... Не, мне надо калаш по-любому. Мне надо калаш, только мне как бы мне с него снять вот эту всю фигню. Не знаю. Хорошо, минус один. Минус два. Это еще сверху был. Где он был? А, он там вдалеке. Короче, я не знаю, как с него снимать. Это очень меня печалит, если честно. Я бы с удовольствием с него снял бы и спокойно бы бегал бы. Потому что он мне нафиг не нужен. Да почему я не могу по тебе попасть? Задолбали. Так, вот, тут у тебя вообще снайперка. Ой, как хорошо. Ой, блин, только как вот этот прицел снять бы? Да, блин! У них прям уже прям совсем-совсем оружие нормальное. Не вонючие арбалетики эти. Так, сюда, сюда и сюда. Ну, будем так стрелять, что делать? Варианта какой? Вариантов нету. Попал? Нет. Перезаряжай. Извращение, конечно. Хорошо, попал. Не знаю, правда, насколько хорошо я попал, но попал. Прям в наглую к ним бегу. Вижу тебя, чувак. Ребята наших убивают! Да я вообще бы вашу лодочку взял бы и ушел бы спокойно. Вас бы даже не трогал, ребят.
Вы же сами, блин, себя, меня провоцируете. О, туалет, можно сесть тут? Не, нельзя. Было бы прикольно. Так, куда? Показалось. Задергалась эта фигня, показалось. Так. Вот тут, я думаю, что мне надо как-то... Ага, оттуда скатиться, да? Так я не пройду, что ли? Ага, вот вижу. Вижу сюда. Да где вы там остались? Ну, ребят, давайте дружно. Давайте жить дружно. Зачем оно вам надо? Супы, борщи, рыбка, у вас тут все как надо. Я бы перекусил бы и все. И мы бы подружились с вами. Приходится устроить войну. Я думаю, что я плохо играю. Может, интересно, не будет это отражаться как-нибудь? Потому что я всех убиваю. Я всех убиваю. Чувак, добей его! Я вообще что-то аж прям, блин, так, а это что за оружие? Во, вот. А калаш такой, с таким прицелом. Замечательно. Давайте мне калаш с таким прицелом. Ну-ка. Да спокойно. Ну-ка. Чувачище, я тебя вообще б не тронул. Так, куда мне? Где? Мне как-то можно вниз спуститься, я так понимаю, да. Сюда. Тут что у нас? Тут ничего. Так, выйти отсюда. И мне, по идее, надо вот по лодкам пойти. Ага, по камням тут. Нифига себе. Ёх ты, нифига себе, тут пауки. Идите нафиг. Вот, ради вот этого лута я сюда прискакал, я так понимаю. Да, я тонул. Мне просто нужна лодка. И все. Абсолютно. Полностью все. Мне больше ничего не надо. Только лодка. Эй, чужак! Ты лучше выходи, а то я не знаю, кто тебя скорее найдет. Да чувак, я не знаю, где вы. Так, ну где? Да, я здесь. Я просто должен сам найти лодку, я так понимаю. Сам ее найти. Вон, я тебя вижу. Все. Я так понимаю, я вообще всех попереубивал. Лодку я вижу. Вон, справа она внизу тут была. Я думаю, мне на нее и надо, да? Так, погоди, а как же мне тут ее взять? Так, а вот, вижу. И все, и на лодке я поплыву тогда спокойно. Никто меня трогать не будет. Да, на весла и погребли. На карте только смотрим, куда. Я так понимаю, прямо мне и надо. Да. Все четенько. Поплыл. Давай, по болотам. По жуткой трясине, дрезине, жуткой местности. Поплыли мы с тобой. Отлично. Хорошо. Мне нравится. Надеюсь, на нас медведь сейчас не сагрится и не съест нахрен. Поворачивай. Короче, нигде нет нам спокойной жизни, я уже понял. Кругом реально враждебные люди, везде как охотятся, друг друга убивают. Надо, видишь, даже в лесу, по идее, тайга, по идее, здесь не должно быть никого так-то. А тут лагерь и куча просто, просто огромная куча такой враждебной фигни. Так, мне надо налево, да? Для этого мне надо, я так понимаю, тут открыть эти ворота. Угу. Все, убирай. Так. Я так предполагаю, что где-то здесь должен быть рычаг. Вот прямо где-то здесь. Здесь вот мост. Рычаг должен быть. Вот, внизу, на нижнем ярусе. А, вот он, все. Нет, все, тогда четко. Тогда четенько. Все. Логика работает безупречно. Не сломай себе ногу. Я так боюсь, что он сейчас реально, как обычно, на ровном месте может себе ногу сломать. Это меня печалит. Прям так, назад чуть-чуть.
Давай, медленно, не спешим, не спешим. Поворачивай, хорошо. Ну да, тут бы я не прошел бы, наверное, по стелсу, потому что без палева через всю их болото это я, мне надо проплывать было бы. Графика красивая, очень красиво сделана, прям очень классно, прям я кайфую. Очень заброшено все, ну блин, молодцы, молодцы разработчики. Так, ух ты, серьезно? Так, а тут что, все что? Вы как бы все, я доплыл до сюда, вас чтобы что? Чтобы тут пешком, да, пройти, я так понимаю. Радиация, почему? Да серьезно, радиация, ты прикинь. Так, у меня нормальный противогаз. Я собираю для чистки. Собираю. Как в Москве эти опарыши. Извини. Крабы-убийцы. Так, а куда мне идти? Так, тут надо... Не знаю, надо, не надо, но лучше нажмем, да? Не работает, да? Не работает. Так, тут КамАЗ какой-то. Ну, я так понимаю, мне сюда, вот, наверное, по вот этому проводу. Который идет. Да ну нафиг, КамАЗ, этот. Жуткая тварь, не беги за мной, отстань. По сути, я отсюда пришел, по-моему, нет? Я вправо пойду. Ай, вон он, да нет, их тут пипец куча. Кальмара, я вас не трогаю, не трогайте меня. Это совсем. Блин, да меня бьют, бьют, бьют. Бьют меня. Кто меня кусает? Кто меня кусает? Я что-то зажег, да, здесь? Да, заработал. Что непонятно. И зачем непонятно? Ну, наверное, это вот то, что мне и надо, чтобы там, короче, я мог что-то сделать. На той стороне я имею в виду. Фонарик включу, хоть он толку от него. Это самое хуже всего. Ну да, 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 вот я что-то нажал, чтобы что-то сделалось. Вот чтобы, да, вот тут электричество, вот. Да, блин, как быстро потемнело. Вот, теперь, наверное, нормально будет. Да, 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 есть, есть. Только что, что? Так, вон там что-то загорелось. Возьмем. Знаешь, все использую интуитивно. Я не знаю. А, лифт, нифига себе. Чисто на интуиции такой. Ну, наверное, так. Но не точно. Нашел, что так, я вылазю. Блин, вечереет. Ненавижу, когда вечереет. Это от фонарика толком никакого почти нету. И ни от чего вообще толку нету. Все так, знаешь. Змеи. Без фонарика вроде темно. Ой, фонарик подкачаю на всякий случай. Я хотел не на ту кнопку нажать. Ну да ладно, выбивай ногой. Дверь постучаться. Языка нету. Забыл, как учитель говорил. Вежливость. Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Адмирал, здравствуй. Погоди, ты же не из наших. А-а. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберется? Вот именно. Одни, завтра другие. Давай, не шути тут. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить. Тих. Вы мне так все залижете. Тут все свои. Так, о чем это я? Ах, да, бандит. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Давай, рассказывай нам свою историю. Молчи, не отвечай, так все понятно. Ну, туда им и дорога с цикунам. Адмирал, а может, к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. Их. А что, дело?
Садись, бандит, куда? Чаю выпьем. Куда, куда? Такого чаю ты еще не пробовал. Давай. Сам собирал, сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну, хоть едят немного. Да, парни? Опять сигаретку и опять посидим, да. Отдохнем. Я сейчас-то, мне надо, я опаздываю, ну пофиг. Все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Совсем гости не уважаете. Слово сказать не даете. Вот именно, собаки. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Давай, хряпну. Хороший чай. А ссыкуны сухопутные не пьют. Радиация, радиация. Какая радиация? Ты на нас посмотри. Здоровее не бывает. А ты молодец, что зашел. Видишь, ребята, как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Забывать нас стали. Даже Ромыч и тот про нас забыл. А мы ведь вместе наш штаб пиратский тут строили. Вон, ребята, не дадут соврать. А? Да, все вместе делали. Помню, вместе. Все помнят. Их. Вот. Все помнят. А он, гад, забыл. И остальные ссыкуны сухопутные тоже забыли, кто тут за них насмерть стоит. Сначала-то как радовались. Кричали: «Всех бандитов поубиваем! Пионеры-ссыкуны! Учитель не прав! Не защищаться надо, а нападать!» Кричали, а? Еще как! Как резанные кричали. Громче тех бандитов, что мы тогда постреляли. Видишь как? Мои парни помнят. Это точно. А те забыли. Ну, как кричать до пионеров с ссыкунами называть, они, конечно, молодцы. Да. А вот как тут жарко стало. Да водяные сотнями полезли. Сразу другую песню запели. Ой, радиация! Ой, опасно! Ой, учитель с девчонками передал, чтобы уходили. Понятно, с водяными воевать — это не бандитов по столбам развешивать. Бандитов и пограбить можно, а с водяных чего взять? А что они всю долину сожрут? Если мы не защитим, так кому какое дело? Крысы они, вот крысы, они кто. Крысы. Ну, а с тобой долго разговаривать? Раньше надо было учителя слушать. Хотя им, крысам, все равно кого слушать. Хоть учителя, хоть девчонок. Главное, трусость свою оправдать. Еще? Раз, вот расскажешь. Так слушаю. И удрали все, ссыкуны. Ну. Даже пионеры и те храбрее были. Людка их на плотину повела. Через тоннели собирались за водохранилище выбраться. Романтики, чтоб их. Не знаю, выбрались куда или нет. Но точно радиации не боялись, не то что те ссыкуны. Но сейчас-то у них из храбрых одна Олька осталась. Она к нам частенько заходила. Да и на совете ссыкунам этим разгон давала. Да ладно, к нам. Это к тебе она заходила. Ага, сейчас. Ко мне. Хотя, если б не ранение, я б солькой всю долину перевернул. А теперь, зачем я ей нужен в коляске?
Ну и черт с ней. Баба на корабле к беде. Мы же с тобой остались. Да, парни мои остались. Хотя, понятно, пришлось уговаривать. Чего глаза потупили? Стыдно? Хотели же смыться, бросить старого друга. Хотели, а? Ты чего, адмирал? Мы же за тебя горой. Да, да, горой. Вот этому вот расскажите. Вон как уши развесил. А мне не надо. Я вас насквозь вижу. Если б я вам тогда чаю тройную дозу не заварил, тоже свалили бы, как пить дать. Лёпа, аккуратней с гитарой. Дайте есть мне гитару. Быть аккуратней. Ну что за руки-крюки, аккуратней, это же инструмент. Так точно, инструмент. Да что с тобой такое сегодня? Вот как отправлю сейчас палубу драить. Прости, адмирал. Прости, прости. Ладно, прощаю. Ты бы сыграл что-то, а? То роняешь гитару, роняешь. Давай нашу, любимую. Есть нашу чёрт любимую, ей, адмирал? Кругом одни крысы сухопутные, крысы! Так, я гитару возьму. Сейчас сыграю, адмирал. Я вот подумал, а не закурить ли нам? Считаю закурить. Кайф. Наконец-таки. Ох, хорошо. Крепкий какой. Универсальная штука этот чай. И заварить, и закурить. Кайфово, реально. От жара, от пожара. От домашнего расстройства. Аромат, конечно, на любителя. Но мне нравится. А ребята мои уже привыкли. Не жалуются. Не то, что раньше. Да. Грустно смотреть, на самом деле, музыка такая еще, и то, что тут творится, что он с ума сошел, что он реально тяжко в этом мире. Куда бы они ни поехали, везде свои жуткие истории, жуткие места и уныние прям такое, прям Рышакова, конечно. Да, ладно. А чай хороший, только в сон от него клонит, да. Я еще тут затянул ты мелодию. Бандит, вот чего. Оставайся. С нами весело. И поговорим по душам, и выпьем, и закусим. Банку тебе выделим. А я отдохну пока. Вздремну немного, чуть-чуть, совсем. Красота, красота! Так, ладно. Все хорошо, ребят. Спасибо за историю. Грустная весьма у вас, но мне пора дальше. Я мог с ним вообще не общаться, но как бы хочется все-таки углубляться хоть иногда. Хоть я и так пробегаю игру довольно-таки быстро. Хочется иногда углубиться в историю. Так, хорошо, хорошо, да, все-таки они плохо, у них стало хуже, и это, конечно, печаль. Печали. Так, где дамба? Я чуть заблудился. Так, это старый разбитый мост, что мне с ним могу я сделать? Да нифига, да? Ничего не смогу, тут я грохнусь. Так, а куда мне идти, погоди тогда? В другую сторону. Я-то думал здесь. Нет, нет, нет. Ну я вооружился пока. О, полез, полез. Мишка, ты бы так вот меня затащил, вообще бы тебе цены не было. Ой-ой-ой-ой-ой, через туннель, да ну нафиг. Так, Д.
Нет, я вас сейчас тут спалю всех. Они света боятся, я помню эти тараканы. Так, жутко. Блин, как же жутко. Я не представляю, на такое смотреть на самом деле. Все, мы их травим. Так, а, не-не-не-не-не. Включаем свет обязательно. Свет обязательно. Травим малышей. Так, заходим сюда. Ага, ага. Так, тут тупик. Значит, только вперед. Что, радиация? Не понимаю, что. Фонарик, что с тобой? Я так понимаю, радиация. Надо одеть. Вот так вот, вот, все. Все нормально. Теперь заменить, наверное. Или мне не надо его менять? Так, подкачать. Нет, у меня свет вообще на максимум. Взять автомат. Автомат бери. Что происходит? У меня фонарик сел. Он у меня реально не работает. Так, ну у меня есть вот эта фигня еще. Нет, не это. Подожди, вот это вот. Ну, одевай, да. Блин, как ее одеть? У меня фонарик не работает, ребята. Я ничего не вижу вообще от слова полностью. Что за фигня? Бегу. Почему у меня не автомат? Почему у меня не работает фонарик? Вы какие-то чужие. Я вообще ничего не понимаю. Так, как вариант, хотя бы не совсем понял. Или из-за радиации он не работает, или из-за чего? Раньше всегда работал. В метро вообще пофигу было. Ползем, ладно, по каким-то туннелям, шахтам. Офигеть, жутко страшно. Так. Де-де-де. А, не, работает. Вот, все, заработал. Бегу, ничего не вижу. Бегу чисто по... идите нафиг, сгорите, твари. Так, заработай, пожалуйста. Было бы хорошо. Я бы тут как включил бы свет. Ну-ну-ну-ну-ну. Да, блин. Уровень топлива на нуле. Жаль. Жаль очень. Так, тут свет включим. Ладно. Пошли нафиг. Так, я так понимаю, мне наверх надо. Я их убивать даже не хочу, если честно. Как бы смысла не вижу. Так, взял и наверх. Взял и наверх, наверх, наверх. Ага, а так что тут, чтобы пройти, я так понимаю, мне надо дверь вот эту открыть. Чтобы дверь открыть, соответственно, надо электричество, да? Ну да. А чтобы найти электричество, надо где-то его поискать. Так, свет. Так, чувак, что ты тут ничего не расскажешь? Вот, бак. Давай, бак есть? Хорошо, пошли. Чутка есть. Есть чутка, пошли вниз. Есть чутка, это хорошо. Так, куда нам? Где там нам свет? Вот. Пробегаем. А, отлично, заправ. Тут он тут еще стоит, или там пустой был. Ты заправь сперва. Ага, все, замечательно. Че ты так дышишь? Да сключим, все разбегутся. Хватит нам, я надеюсь, на немного хватит. Да будет свет, все. Твари. Жутким тварим. Так, быстрее. Там был какой-то, я думал, он пустой был. Откроется? Да, гермовороты. Как ты проходишь вообще? Ты знаешь, куда ты идешь хотя бы? Чисто методом инстинкта. Палим все тут. Палим. Записку почитаем, что тут у нас.
Откровенное письмо. Дрезины наверху не оказалось. Почему мы вообще решили, что она там? Понятно, мародеры на ней переехали. Но должен же быть кто-то остаться охранять. Вот он ее и увел обратно, когда понял, что остальные не вернутся. И мы тоже теперь не вернемся. Пока шли туда, пауки только по углам шуршали. А когда обратно двинули, стоило только ворота закрыть. Хотя все равно нам крышка. Ромыч был... Ромыч бы не простил. Людка бы его, понятно, уговорила, но ее саму кто уговорит? Пешком потопала, ненормально. Хотя она как раз может и дойти. Пора, пауки уже близко, прощайте, ребята. Стол, да ну нафиг, офигенно, как давно я тебя не видел, стол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, налутаем аптечек, налутаем вот этого всего. Еще аптечек, патронов. Бля, да у меня, в принципе, вообще в порядке всего. Так, здесь вот, вот этого бы я налутал. Почистил бы я, сюда бы я. Ага, вот это, вот это. Вот это. Хорошо. Так, так, очистка, 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 очистка. Да-да-да-да-да, почистим. Замечательно. Так, арбалет мне не нужен. Вот эту фигню давай тоже. Так, установить. Я думаю, это лучше установить. Или она установлена. Есть такая, но нам... Нет, вот эти прицелы, вот эту установить. Чистим, чистим. И... Ну давай, все равно, что если пригодится, то... А, почистим полностью. Так, что тут у нас? И по броне. Почистить. Чистим, хорошо. Тут я, кстати, ничего не накрафтил. Возможно, я плохо крафтил, но вот у меня... Кулак улучшился прям заметно, прям нормально стал. А все остальное что-то совсем ни о чем. Так, погоди, ну стол, ну зашел я сюда. Вы не говорите, что я сюда зашел только ради этого. Не поверю. Ага, вот, все. Так, ДМ. Фонарик обязательно. Обязательно. Палим, выходим. Наконец-таки, наконец-таки выход. Блин, этот гребаный медведь, походу, неоднократно будет встречаться. И, походу, это будет прям босс-босс. Я прям его слышу. Да, Д нажми. Пали, все. Он же тоже наверх лез, этот медведь. Как и я, в принципе. Просто здесь я не знаю, как с ним вообще сражаться. Там на кладбище, кажется, вообще не надо было. Так, Алёша, быстрее на дамбу прием. Да сейчас, ребят, не успеваю, нифига. Понимаю, что вы тут как бы это... Торопитесь, ну... Ой-ой-ой, ты чё? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я с нашими связался наконец-то. Волнуются? И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу. Покажи. Да я вижу, что тут вообще не все вообще. Совсем не просто. Пошли, пойдем, 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 пойдем. Иду, иду, иду. Иду, иду, что? Слышишь, счетчик как трещит? Да. За плотиной черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Угу, что еще? Плотина еле держится. Глянь свой бинокль, если мне не веришь. Да ничего не вижу, вижу, что что-то там есть. Нельзя что еще? Нам здесь оставаться. Это понятно никому уже. Нельзя. Тут медведь. Ладно. Жуткий. Канатку видишь? Детишки эти построили, пока дрянь это не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе, так что берем ноги в руки. Я что так гоню? Кажется, на Авроре не все в порядке. Похоже, у Ани дела плохи. И скоро мы узнаем, насколько. Двигаем, Артём! Двигаем. Я думаю, что... Крисюки сколько! Так, 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 так. Пошли. Я думаю, сейчас будет медведь. Знаю. Уважают все. Ну еще бы, вожатая. И сама с пониманием поверила мне, что мы не со злом пришли.
Чувак, пошли. Ладно, читаем титры, ребят. Он очень медленно и очень... Поспешишь, людей насмешишь. Поторопился. Ой-ой-ой-ой-ой, нога застряла. Да что такое? А, нормально. А у меня две застряли. Ой. Уходи, уходи. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. Жесть, все. Ну, запалил его. Тёмыч выбрался. Задолбал ты, медведь. Ребят, чё мы тебя трогаем, что ли? Давай, давай, сейчас обвал будет. Выбирайся быстрее, залазь. Всё так, почти было все хорошо, но тут на тебя, блин, не ночь настала. Ну чё, блин. О, полез. Годзилла грёбаная. Так, и теперь я могу его убивать. И это мне нравится. Налови. Нет, не то ловить. Давай, давай вот это. Так, погоди, я сейчас хочу. Не зря ж я поставил. Да, вот, все, Мишка, давай, лови. Угу. Еще. Ну, тут уже красный. Если в тот раз я его не мог убить, да что такое, офигеть, с одного удара он меня вытащил, просто мгновенно, как так, я его закидал гранатами, тут уже нарисовано красное, то есть его можно убить, только надо убивать продуманно, прошаренно, аккуратно, ну посмотрим. Так, медведь, у меня что, нет, банки мне не нужны. Да как переключать? Я уже забыл. Почему не переключается? А, вот все. Видел, вспомнил, точнее. Не увидел, а вспомнил. Лови. Где ты, урод? Лови. Возможно, тут надо что-то делать. Еще. Ой, нет. Так, я, по-моему, гранатой сам себя еще коцнул. Кидай, на. Блин, как тут можно после такого выжить? Я, если честно, вообще не представляю. Он просто тут все нафиг насмерть крушит. Так, вот это ничего здесь мне не надо делать? Нет, не надо. Может, наверное, может потом можно будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как так-то? Как он успел? Да, тут вообще чисто. Чисто, по-моему, осталось. Вообще ничего не осталось, да. Блин! Знал бы, понакрафтил бы получше. На, горящая тварь. Беги. Так, давай, вставай. Можно как-то встать? Или так и должно быть? А, я обвалился. Живи! Спасибо, я думал, ты вообще тебя прибил. Да офигеть, давай, что-нибудь делай. Что нажимать? Спасите, пожалуйста, в глаз ему. О, наконец-таки мы его убили. Жуткая тварь. Офигеть, жесть какая. Ну и здорово. А, не говори, я был... Ну давай, Тёма, помоги. Нужно канатку подтянуть. Давай. Давай, вдвоем сейчас затянем. Как откуда они силы берут, я вообще не представляю. Поехали. Оля! Я же говорила, им просто нужно было пройти. Ты точно со мной не поедешь?
Извини, Алёша. Не могу это я чё, вот Оля? И уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, чёрт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем! Оля, помни, что я говорил. Уводи людей из долины. Заплати на них смерть. Удастся, все будет хорошо. Они и так дети малые. Бежим на поезд. Да, мы тоже справились. Давай, давай, беги. Беги, беги, беги. Заставили вы нас волноваться. У нас все плохо. Нужно спешить, времени мало. Это плохо. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. Ну пипец, ну блин, ну пипец, пипец, ну как так-то? Грустно как, как же грустно. Пока Аврора осень. Шла вдоль все, уже осень, моря, ребята. Разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извелся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Да, это винить себя, конечно, самое печальное. Ладно, ребят, на этом все. Понравилось видео, ставьте лайки, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение, летсплей. Подписывайтесь на все социальные сети, все ссылочки в описании. Всем самого наилучшего, до встречи, пока, друзья!